Форум – как одно большое научное путешествие. В Самаре наградили победителей 9-го Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего. Наука молодых». Его уникальность в том, что и ученые с мировым именем, и студенты, и молодые исследователи собираются на одной площадке. Напомним, что в преддверии форума прошел Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Из 3000 конкурсантов в финал вышли 350 участников. Они и представили свои проекты на Всероссийском форуме. Оценивая уровень научных работ, оценивая те проекты, которые были представлены, можно безусловно сказать, что наши студенты, аспиранты работают на самом высоком уровне, на уровне тех работ, которые достойны представления и в диссертационных исследованиях, и в тех грантах, в которых они участвуют, и вообще показывают всю силу российской науки. Участники форума обсудили актуальные проблемы социально-гуманитарных наук, экологии, информационных технологий, инженерии и других сфер. В этом году жюри уделило гораздо больше времени не столько докладам, сколько ответам на вопросы. Это позволило получить более полное представление о том, как студенты и аспиранты ориентируются в теме. Мы увидели, в общем-то, насколько студенты и аспиранты мотивированы, насколько они интересуются не только, может быть, своей какой-то узкой работой, но они в курсе работ своих коллег, они знают, что делают люди даже на стыке наук, которые непосредственно в этой области не работают, но каким-то образом соприкасаются с ними, взаимодействуют. И это произвело очень хорошее впечатление, то есть мы увидели, что действительно вырастает такая смена мотивированных и компетентных молодых ученых, и это очень приятно. Всего в научном форуме приняли участие более 500 студентов, аспирантов, ученых и представителей бизнес-среды и промышленности. Форум «Наука будущего. Наука молодых» проходил 4 дня в Самарском национальном исследовательском университете имени Королева. Мы предоставили площадку для проведения такого мощного собрания научной общественности России, потому что на форуме были не только ведь молодые ученые, были и опытные эксперты, и их взаимодействие, безусловно, окажет большое конструктивное влияние на развитие всей науки в России, родит много новых междисциплинарных проектов. И, что не менее важно, вот молодые ученые познакомились друг с другом, и долгие-долгие годы в науке будут работать вместе. Одним из важных событий форума стало обсуждение инструментов и мер грантовой поддержки молодых исследователей, появление новых программ для привлечения молодежи в науку. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.